Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу мекендештер. Биздин оюбузча саясий процесстин катышуучулары президенттик башкаруу кайрылууну же партиялык курулуш маданиятына окууну оң деп табышууда. Эч болбогондо башкаруунун аралаш формасын калыптандырууга аракеттенип, бирок тыйыныста бунусу дагы социалдык консенсуска жеткизип алып келбейт. Ушинтип саясатчылардын бийлик жана ресурстар үчүн күрөшүп, ар түрдүү экстремизмди өнүктүрүүгө жолду ачып, анан үчүнчү жактардын чырагына май тамызып, граждандык согушту тутандыруу коркунучу дайыма коштоп келет. 20 жылдан бери үгүттөлүп келген саясаттын мааниси жана маңызына келип чыккан ар түрдүү пикирлерге карабастан, биз туңгуюк абалдан чыгуунун жолун көрүп турабыз. Бул эгер системалык кайра түзүүлөр жана реформалар таза мамлекеттин концепциясынын угундагы альтернативдик вариант аркылуу ишке ашырылат. Мында алар азыр биздин коомго анын абалында талап кылынгандай жөнгө салынуучу мыйзамга жана өз убагында аткарылуучу милдеттерге ээ. Сиздер азыркы саясатчыларды алдында коомдун кызыкчылыгын билдирген социалдык буйрутма катары кабыл алсаңар болот. Эгерде сиздер ушул калыбыңыздарда ыдырап бара жаткан социалдык, саясий жана экономикалык форматка өзгөрүүлөр сунушталбаса, анда биз Кыргызстандын келечегин жоготобуз. Биз бардык жарандарды таза мамлекеттин идеясын колдоого жана революцияны аянтта эмес, ар бирибиздин өзүбүздүн аң сезимибизди ишке ашырууга чакырабыз. Биз коомдун алдында биздин келечектеги мамлекет кандай болушу керек, бизден кийинки муундарга биз кандай өлкөнү калтыргыбыз келет деген улуттук тилегибизди билдиришибиз керек. Эгер конкреттүү багыт, анын максатыбыз белгиленбесе, саясатчылар коомду сокур жетекчилер өздөрүнүн артына сокур коомго жетелеп баратышат. Биз бийликке, акчага жана башка багыттарга болгон менталдык мамилелерди өзгөртүүбүз зарыл. Биз социумдун аң сезимине, мамилелердин жана баалуу багыттардын жалпы маданиятын өздөштүрүүбүз зарыл. Качан гана биздин аң сезимибизде революция болгондо, биз өрчүп өнүккөн туруктуу жана гүлдөгөн өлкөнү түзө алабыз. Биз келечекке эң жакшы үмүттөргө кадам таштаган өз мекендештерибиздин кубанычтуу жүздөрүн көрө алабыз. Келечекке болгон элибиздин ишеними капиталдык салымдарды жана чет өлкөлүк инвестицияларды талап кылбаган байлыктарыбыздын бири. Биз инвестициялык ресурс катары улуттук идеяны сунуштайбыз. Биз үчүн таза мамлекет, таза ой пикирибизди ата мекендештерибиздин сезимине жеткирип, жашообуздун максаты болуп эсептелинет. Мен ишенем, таза мамлекетти курууну борборубуздан баштайбыз. Бюллетенде биз 23-бүз. Көңүл бургандарыңыз үчүн чоң рахмат. Добрый вечер, уважаемые соотечественники. На наш взгляд, участники политических процессов не видят альтернативного пути, кроме как вернуться к президентской форме правления, либо учиться культуре партийного строительства, в крайнем случае пытаться обустраивать смешанную форму правления. Но ни тот, ни другой, ни третий путь не ведет к достижению социального консенсуса. При этом из-за воюющих за власть и ресурсы политиков постоянно присутствует угроза ввергнуться в пучину гражданской войны, открыв путь для развития различного экстремизма и сыграть на руку пресловутым третьим силам. При всей возникшей разноголосице, которая по сути и содержанию не отличается от того, что пропагандируется 20 лет, мы все же видим выход из тупиковой ситуации, если системные преобразования и реформы будут реализовываться через альтернативный вариант в русле концепции чистого государства. Поэтому наше молодое движение пропагандирует идею рационального и разумного народного самоуправления. Вы можете воспринимать это как социальный заказ, отражающий интересы общества перед действующими политиками. И если они будут продолжать с таким же упрямством биться лбом о стену, предлагая умирающий в мире социальный, политический и экономический формат, то мы теряем перспективу будущего Кыргызстана. Мы призываем общество всемерно поддержать идею чистого государства и осуществлять революцию не на площади, а в совокупном сознании социума и каждого из нас. Мы должны обозначить перед обществом национальную мечту о том, каким должно быть государство будущего, какую страну мы хотим оставить идущим за нами поколениям. Если не будет обозначен конкретный ориентир, четкая цель, куда политики ведут общество, то это в путь никуда. Это путь слепых вождей,
ведущих за собой слепое общество. Мы должны сознательно изменить ментальное отношение к природе власти, денег и других ценностей. Мы должны внедрить в сознание социума новую культуру отношений и ценностных ориентиров, поднятие престижа института семьи, материнства. Когда революция произойдет в нашем сознании, мы получим благополучную, стабильную и процветающую страну. Мы увидим радостные лица своих соотечественников, которые будут испытывать самые лучшие надежды на будущее. Надежда и вера в светлое будущее – это главнейшее из богатств, которое не требует капиталовложений и иностранных инвестиций. Сегодня мы в качестве инвестиционного ресурса предлагаем общенациональную идею. Лично для нас это является целью жизни – довести до сознания соотечественников светлую мысль о чистом государстве, который мы можем построить своими собственными руками исключительно государственными ресурсами. В рамках концепции чистого государства мы предлагаем системные преобразования, касаемых облика города, его духовно-эстетического наследия, в целях улучшения жизни горожан. В связи с наступающими холодами и перебоями в подаче электроэнергии необходимо обеспечить надежное и бесперебойное круглогодичное электроснабжение потребителей по всей территории Кыргызстана. Для этого необходимо поставить себестоимость электроэнергии в зависимость от уровня и качества электроснабжения потребителей. Использовать обязательный отбор опытных управленцев на конкурсной основе во все органы управления энергокомпаниями. Я верю, что мы все вместе изменим свое сознание, мышление и сделаем осознанный выбор. Выборы состоятся 25 ноября. Номер партии «Аксанат» 23. Голосуйте за партию «Аксанат». Спасибо за внимание. Добрый вечер, уважаемые граждане. Правящие партии рапортуют об успехах, даже названы точные цифры. Заявленные реформы реализованы на 89%. Осталось нам напрячься всего на 11%, и наступит эра всеобщего благоденствия. Ни одна из проблем не решена. Жилье, медицина, образование, безработица и коррупция, низкий жизненный уровень. Мы не стали жить лучше. Власти ставят себе в заслугу залатанные кое-как за наши же с вами деньги дороги и установленные кое-где видеокамеры. Экзотическая конституция, безграмотные законы, в которых одна статья противоречит другой. Сменилась власть, но остались все те же лица во власти и остались наши проблемы. Что мы конкретно можем сделать сейчас? Произвести ревизию муниципальных объектов недвижимости. Город должен расти вверх. 20-30-этажные здания способны решить жилищную проблему. Существенно понижается себестоимость квадратного метра. Экономится площадь массива застройки. Городу необходим современный генплан. Что необходимо пожилым и малообеспеченным? Муниципальные магазины с действительно народными ценами, лекарства по государственным закупочным ценам, бесплатные компьютерные курсы, интернет – это возможность бесплатно общаться по междугородному телефону, читать газеты, журналы. По интернету мы должны иметь возможность записаться к врачу, получить полный комплект документов и бланков в любой организации. Так мы покончим с очередями. Все партии обещают одно, но нам нужно повышение жизненного уровня и новые рабочие места. Путь один – муниципальные предприятия с долевым участием граждан и государства. Они должны охватить пищевую и перерабатывающую промышленность, транспорт, строительство, торговлю. Мы должны стать собственниками и получать прибыль со своих предприятий. Контроль с нашей стороны и гарантия сохранности наших вкладов со стороны государства. Мы за возрождение потребительских союзов. Через потребительский союз и муниципальные торговые предприятия удастся значительно снизить цены не только на местные продукты, но и на конфеты с Украины и вещи из Китая. Неправда, что у нас перепроизводство молока. Дело в низкой покупательной способности наших граждан. Йогурта, кефира, творога катастрофически не хватает нашим детям и старикам. Для успешного ведения бизнеса нужны не микрокредиты, а концентрация капитала. Сказано, один в поле не воин. Мы будем сильны и независимы, только объединившись. Ключ от города должен быть в руках горожан. Спасибо за внимание. Голосуйте за нашу демократическую партию «Столица». Здравствуйте, дорогие горожане! Мы вместе прожили непростые времена. Теперь настало время созидания.
нужны новые идеи и новые силы для их реализации. И самое главное, нужна воля для реализации прогрессивных идей. Дорогие горожане, мы все устали от нерешенных проблем. Сфера образования, здравоохранения, социальная защита, благоустройство и озеленение. Да куда ни кинь взгляд, везде проблемы. Между тем, простые люди, работающие в этих сферах, ни в чем не виноваты. Не виноваты в этом и горожане. Наоборот, горожане достойны комфортной среды. Для того, чтобы решать городские проблемы, прежде всего нужен бюджет. Дорогие горожане, в первую очередь, придя в городской кинеш, мы сделаем бюджет прозрачным, чтобы каждый горожанин знал, на что расходуются его деньги. Команда профессионалов партии «Столица» знает, как пополнить городской бюджет и знает, как его эффективно расходовать. Во-вторых, надо срочно решать вопрос жилья. Надо строить дешевое жилье для горожан, чтобы они могли за него расплачиваться 10-15 лет, не платя при этом баснословных процентов. Собственное жилье, какое бы оно маленькое ни было, дает человеку большое счастье. Горожане должны жить в теплых квартирах и с удовольствием работать во благо страны. Таким образом, постепенно можно ликвидировать саманный пояс столицы. И в-третьих, наша партия «Столица» за действенную социальную защиту. Социальная защита должна гарантировать минимальный уровень потребления, равный потребительской корзине. На сегодняшний день потребительская корзина равна 5700. А это значит, минимальная пенсия должна быть равна этой сумме. Малоимущим слоям населения не должны предоставляться льготы, а должны выплачиваться достойные пенсии и пособия. Замечательный вид оказания адресной социальной помощи – это жилищные субсидии. Размер жилищных субсидий надо увеличивать. Размер пособий и пенсий надо увеличивать. Также наша партия «Столица» сделает качественное медицинское обслуживание доступным для всех. Мы не должны делить своих граждан на простых и богатых. Пока мы не обеспечим достаточное количество палат, для всех не должно быть VIP-палат. За последние годы независимости в городе не построена ни одна больница. Надо изыскать средства и строить современные больницы, оснащенные современным оборудованием. Большая проблема и положение дел в наших школах. При этом простые учителя ни в чем не виноваты. Их заставляют вымогать у детей взносы на различные мероприятия. Надо при школах создавать реально работающие попечительские советы, чтобы они занимались как сбором денежных средств, так и расходованием. А директор школы и педагогический коллектив должен заниматься учебным процессом. Большая проблема в городе – это наши дороги, а кое-где и их отсутствие. Если поднимать эту проблему и задать вопрос отцам города, они будут пожимать плечами и сетовать на дыру в бюджете. В наш век интернета надо обращаться к горожанам через социальные сети, просить у них совета в решении тех или иных проблем, просить их дать новые креативные идеи. Кстати, по поводу креативных идей. Вот сейчас все горожане сетуют на нехватку детских садов. Недавно сам президент предложил достаточно креативную идею – освободить детские сады от выплаты налогов. И сказал, что инвестор сам потянется в эту сферу. Мало того, надо собрать всех хозяев детских садов и договориться, чтобы они снизили плату на сумму этих налогов. То есть обязательно должен быть государственный контроль и его участие. Например, почему бы улицу Жукеева-Пудовкина утром открыть для проезда с микрорайона в город, а после обеда наоборот, из города в микрорайоны? Таким образом мы разгрузим улицу Советскую. И мне верится в то, что у горожан достаточно хороших, креативных идей для решения всех городских проблем. Надо только научиться их слышать, иметь волю претворять их идеи в жизнь. Мы поддерживаем начавшуюся борьбу с коррупцией. Мы видим, что не все идеально в этой борьбе. Сейчас больше применяется кнут, а нужно еще бороться и с причинами, порождающими коррупцию. И в качестве примера хотелось бы сказать, надо сделать так, чтобы гаишнику было выгодно сокращение нарушения правил дорожного движения. И уже потом сделать так, чтобы он боялся брать взятки. И только тогда будет порядок на дорогах. Почему я в качестве примера привел именно ГАИ? Для меня лично это как индикатор. Если я вижу работника ДПС на улице, беспричинно останавливающего автотранспорт, то я понимаю, что с коррупцией борьба только как показуха. Так как я достаточное количество лет отдал государственной службе, мне бы хотелось сказать, что пора прекратить ругать чиновника. Простой чиновник не виноват в наших бедах. Как не виноват тот же учитель, врач или милиционер. Виноваты те, кто руководил нами все эти годы. Те, кто принимал неправильные законы, издавал неправильные указы, подписывал антинародные постановления.
Чтобы воспитать хорошего чиновника, нужны годы. А без хорошего чиновника изменить положение в государстве и в городе невозможно. В подборе кадров можно вспомнить и забытое старое, такое как резерв кадров. Не все советское было плохим. И в завершение хотелось бы сказать, что демократическая партия столицы прежде всего руководствуется нравственными принципами. Каждый из нас – это профессионал в своем деле. Мы, простые горожане, объединились в партию, и мы идем работать. Дорогие горожане, именно от вас, от выбора каждого из вас зависит, кто придет в городской кинеш. Проголосуете ли вы за наше будущее, зависит только от вас. Мы верим, что вы сделаете правильный выбор и проголосуете за нас, за демократическую партию столицы. Спасибо за внимание.